Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ Faberlic по 7-му каталогу, еще один, еще много новиночек, которых не было на складе, появились много интересного. Итак, поехали. Я первый раз заказывала службы СДЭК, потому что на нашем пункте выдачи изменились условия доставки. Они теперь не 3 раза в неделю, а 2. А мне хочется как можно быстрее получать свои заказы, да, побыстрее делиться с вами отзывами на новинки. Поэтому я попробовала службу СДЭК. Но попала в праздники, поэтому не могу сказать, насколько быстро. Но что касается доставки, у меня была на 149 рублей на пункт выдачи, а СДЭК 199. Но лишь бы как бы было побыстрее, да, а так не критично. Поэтому хочется посмотреть, как все запаковано. Но я думаю, это зависит не от службы доставки. Коробку они вроде не повредили, а больше зависит от склада, да? Поэтому вместе с вами вскроем и посмотрим. Ну вот, как-то так. Уже новиночку углядели, да, девчонки? Так, ну и все, давайте по порядку. Ну и начнем тогда с вами с новинки. Это у нас, как она правильно называется, маска-бандаж для коррекции овала лица. Я сейчас сниму пленку, чтобы не бликовала. Хотя упаковка такая. Тоже блестящий артикул 0656. Будем в следующем видео обязательно с вами ее тестировать, делать, смотреть, что для чего. Это вещь такая, которая уже давно появилась на Алиэкспресс и так далее. Корейский уход, скажем так. Она у нас вышла в линеечке One Week Miracle. Упаковка очень крутая, если подружкам на подарок, да? Такая вот она вся блестящая, классная, да? И информация, какая у нас здесь для коррекции овала лица, бандаж, 3D компрессионный и лимфодренажный эффект. Но мы с вами все подробно разберем в следующем видео тогда, да? Все прям по инструкции, все как полагается. Вот такая упаковочка. И вот она маска, собственно говоря. В отдельном пакетике. Материал такой интересный, девчонки, как купальник. Так, состав, рекомендации по уходу. Состав нейлон 75-25 спандекс. Вот у нас с вами какой состав, вот она как выглядит. Очень интересно, это у нас для ушек. Здесь у нас липучки обычные такие, да? Такие вот липучки. Здесь у нас маркировочка, рекомендации по уходу. В Японии, из Японии, но сделано в Китае, да, грубо говоря. Но интересная такая штука, это материал, который просто вот тянется, он такой вот, ну, вот, типа как купальник, да, вы поняли состав. Он сильно тянется, мы с вами должны будем все это дело натягивать и подправлять овал лица. Актуально, у кого есть провисание, провисание, да, в нижней части овала лица, будет очень актуально. Прикольная штука, все с вами вместе протестируем. Дальше, новинка прошлого каталога, я все-таки решила взять, заказать, потому что девчонки написали другая душка, и вроде как получше. Сухой шампунь, артикул 2870 для темных волос. Хотя я сейчас не сильно-то и темная, но почему взяла, скажу. Потому что всегда интереснее светлый цвет, даже если блондинка смотрится, когда корни слегка затемнены на тон, на два. Поэтому именно с темным решила поиграться, тоже с вами будем вместе обязательно тестировать. Прошлый сухой шампунь мне не нравился, я пользуюсь на постоянной основе Батист в последнее время, ну как на постоянной, когда мне нужно, да. Faberlic очень слабый. Давайте на руку. Не хочет, даже не нажимается вообще. Вообще не нажимается, девчонки. Еле-еле нажала с 505 раза, смотрите. Вот он какой. То есть вот такую вот легкую темную пыль оставляет. Я не скажу, что он какой-то однородный, да? Запах какого-то шипрового мужского парфюма. Да, действительно, аромат поменялся. Надеюсь, и свойства его стали лучше. Посмотрим. Просто так не оттирается. Я сейчас руку влажной тканью потерла, а все равно осталось. Дальше, девчонки, тоже новиночка. Я потестила пробники. Мы с мужем потестили и остановились на этом парфюме Game Day. Кстати, у кого видел отзывы, тоже все как-то вот о нем положительно отзываются. Коробка крутая, интересный артикул 3264. Если вам нужны артикулы пробников, отзывы, то в предыдущих видео все это, девчонки, были. Именно Game Day им понравилось. Действительно понравилось. Не то, что она лучше там второй. Она классная. Это тот аромат, который хочется на мужчине на своем услышать. Открываем. И дальше открываем тоже вместе. Так. Вот так. У меня тоже крышка не золотая. Девчонки, у кого-нибудь золотая попалась, кто заказывал, обязательно напишите. Просто интересно. Вы хотя бы слышали, что кому-то золотая попалась? Я пока ни от одного человека не слышала. Это как бы обычная бумага. Вроде более-менее безопасная, да? Так. Вот такой флакончик. Здесь 100 мл. Парфюма здесь много. Он классный. Он действительно классный. С другой стороны ничего нет.
снизу этикеточка. На подарок тоже здорово, мне кажется, вообще здорово и презентабельно. Потестирую еще разок. Нет, он классный. Вот его действительно, да, его действительно хочется на мужчине ощущать. Поэтому, кто не пробовал, пробники, девчонки, рекомендую. Они не очень дешевые пробники. 60 рублей, по-моему, брала. Сейчас даже по VIP-программе нет скидки на пробники. Но, тем не менее, презентабельно, классно, красиво, на подарок. И вообще, очень здорово. Аромат классный. Я мало что люблю из Фаберлик среди ароматов, но это прям зашло. Так, дальше, девчонки, взяла корм для кота. Да, потому что любит индейку, очень любит. Здесь у нас 5 штучек внутри. И здесь объем одного пакетика, он больше, чем Вискас и другие. Здесь у нас, по-моему, 85 грамм, да, 70-75 в остальных, а в каких-то других меньше. Он любит, поэтому взяла, пусть полакомится, пусть кушает. Дальше в запас еще, а то запасы кончаются, взяла средства для интимной гигиены, гигиенические прокладки с анионовым чипом, дневные. Они мне очень нравятся, артикул 112-89. Ночные, девчонки, вообще восторг, я вам уже говорила, лыжи, но зато... Абсолютно точно и наверняка вы себя чувствуете комфортно и безопасно, да? Пускай они такие огромные, я имею в виду по длине, да? 112-95 артикул ночных, и те, и ежедневки у нас с вами идут с неоновым чипом. Многие отмечали, я в том числе, до родов, кстати, ночных 7 штук, один на 10. Они подорожали, 180 чем-то, по-моему, с моей скидкой вышли. Болит меньше живот, то есть кто мучается болями, вот с анионовым чипом прокладки можно попробовать. Впитывают они тоже изумительно, просто изумительно, и даже с Олдис я их сравнить не могу, поэтому да. Так, дальше я взяла, девчонки, осветлитель Faberlic Expert Color, артикул 180-54, потому что у меня не совсем ровная база, мы последний раз с вами осветлялись, но его у меня было не так много, он был начатый, да, и база, а вот сейчас на данный момент цвет волос, он неровный, неоднородный, хоть и красивый, спасибо вам за комплимент, но неоднородный, я хочу немножечко его подправить, да, чтобы база для тонировки уже была ровная и все было в ажуре, поэтому в следующих роликах тоже будем с вами еще осветляться. Так, в отдельном пакетике у меня чай гастро. Периодически пью, периодически забываю, но периодически пью, да, потому что полезно, потому что здорово. Проблема с желудком и с пищеварительной системой сейчас, мне кажется, у 99,9% населения Земли. 156-71 артикул, здесь классный состав, вот травки, кому интересно, да, и он действительно работает, он действительно крутой, поэтому почему бы и да. В этом каталоге на него еще хорошая цена, в следующем будет дороже. Взяла носочки, брала уже носочки Faberlic, но другие вот таких у меня, кстати, именно нету, такого даже пошива. Они действительно хорошие, они действительно удобные, это под более-менее закрытые такие, под кроссы, под кидосы, да. Есть носочки Faberlic, где дырочка вот так побольше, если у вас там открытые какие-то летние тапочки, то можно все сделать так, что ничего не будет видно. Размер 39-41, так, и артикул у нас с вами 820-595 состав, информация, кому интересно, можете почитать. Здесь три цвета, такие пастельные тона, очень симпатичные, да, розовые, и они очень хорошего качества, мне нравятся. Здесь, кстати, нет силиконовой штучки, в каких-то носочках Faberlic на заднике есть силикон, да, здесь нет, просто вот такая вот резиночка. И такие вот глубокие, достаточно глубокие, но в то же время короткие носочки. И я не скажу, что они сильно тонкие. То есть в жару в них будет жарко однозначно. Но в жару мы с вами особенно носки не носим. Так, что у нас еще? Заказала вот такой вот, как он правильно называется, девчонки, диспенсер, не диспенсер. Заказала для средства. Смотрите, он пришел без сегодня, упакованный вообще. И поэтому нам с вами для кладной придется искать его артикул. Не знаю, на что прикрутить, не ко всем подходит, буду пробовать. Если подойдет на средство, ну, для мытья посуды мне не надо, у меня стоит диспенсер такой вот, нажимаешь, чпок, и оттуда на губку сразу вытекает. Для средства для ванны или для унитазов, в общем, посмотрю, на что прикрутится. Так, крышка пушап, вот как она называется, артикул 111-76, 22 рубля. Так, вот такая вот крышечка, очень удобная. Дальше, девчонки, по распродаже, по срокам годности я заказала себе, точнее детям, 3 пачки вот таких салфеток от Биоси. Я к Биоси как-то не то, что неровно дышу, вообще никак не дышу, поэтому в их сторону даже не смотрю в каталоге, но здесь была распродажа по срокам годности, по 44 рубля пачка вышла. У нас тут сколько штук? Они якобы натуральные, якобы такие все классные, замечательные. Слушай, 15 минимум. Где у нас с вами штук? Они... до июня 2020 года. То есть осталось совсем чуть-чуть, но я не думаю, что салфеткам что-то будет. Артикул 5106. На улицу с собой брать. Очень, кстати, удобный формат. Кто знает, сколько здесь штук. 20. А, 20. 20 нормально. 20 штук за 44 рубля. Вообще, девчонки, нормально. Давайте с вами хоть откроем, посмотрим салфетки, потому что я их не пробовала. О, люблю такие рифленые. Люблю такие рифленые, когда они лучше очищают. Они большие. Они очень мягкие. Прям вот очень.
Одушка какая-то натуральная, такая травяная, но не сильно бьет в нос. Я взяла одну пачку еще салфеток стандартных Faberlic Baby, да, 50 штук здесь, артикул 17,98. Ими мы постоянно пользуемся, на постоянной основе, они у нас всегда есть. И вот даже ради интереса, они у нас не рифленые, да, но невероятно тоже мягкие, достаточно толстые и прочные. По размеру они, в принципе, одинаковые, нет, у Биоси даже побольше. Это я растянула, приблизительно они одинаковые, да. А у Биоси поплотнее, но их тут 20, да. То есть если брать их не по срокам годности по распродаже, то они очень дорого выходят. А по мягкости, ну вот эти Биоси, конечно, тоже мягче, на самом деле. Потому что когда вот такая ткань, вот это вот рифление, салфеточки всегда выходят мягче. В общем, здорово, поехали дальше. А дальше, девчонки, взяла средство для стирки детского белья, концентрированный гель, потому что он в этом каталоге по хорошей цене, 370 рублей выходит. Ну как по хорошей, дороже, чем был, но дешевле, чем остальные гели. Остальные, по-моему, со скидкой по 512 сейчас. 115-15 артикул, он хорошо стирает, он замечательно отстирает, у меня нет к нему никаких нареканий, я могу им стирать не только детское белье, но и взрослое. Поэтому на что цена хорошая, то взяла. А душку этой серии очень деликатная, классная, крутая, все отлично. Дальше, девчонки, повторила посуду. Аж 3 экземпляра у меня здесь. Давайте начнем с доски. У меня уже была такая доска, только в другом оттенке. Обычная доска, она чуть медленнее, конечно, царапается, чем самые дешевые пластиковые доски из масс-маркета, там из Магнит Косметик. Чуть подольше она держит приличный вид, чуть. А так, в принципе, ничем не отличается. Но то, что она плотная, толстая, то, что она удобная. И здесь такой интересный рифлень. Сейчас распакую, покажу пока информация по материалу и так далее. 910-368 ее артикул. Решила доску обновить. Размеры, все, что нужно, материалы, вот вам показываю. И сейчас все строим. Артикул вам покажу. Вот эту тарелку повторила и хочу собрать целый комплект, потому что мне очень понравилась посуда. Во-первых, она легкая, во-вторых, она красивая. То есть, когда все вот так в одном дизайне, это очень здорово, очень стильно. Спокойный такой мятный цвет. 910-364 – это у нас с вами салатник глубокий. Он отлично подходит и для салата, и для супа, и для всего, чего хочешь. Самую большую тарелку из прошлого обзора мы брали с собой, овальную такую, да, на природу. Резали туда салатик и шашлычок, лали. Ну, в общем, изумительно. Посуда понравилась. Если у вас особенно дети, посуда не бьется, она очень легкая, она прекрасно моется. Поэтому никаких нареканий, я хочу себе собрать целый комплект и пользоваться только ей. Да, вот информацию показывает 910-364 глубокая. И вот такую повторила. В следующем заказике еще повторю, потихонечку соберу себе такую посудку. Это у нас с вами тарелка круглая, 910-365. Вся информация. И распаковываем. Чтобы вы понимали, про что я говорила, вот это рифление, видите? То есть она доска, она не гладкая. Она вот такая вот, видите, рифленая. Фокусируется вам хорошо. Вот, видно, видите? То есть в клеточку такая. Вот, прикольная доска. И из-за того, что она такая рифленая, гораздо позже на ней становятся видны вот эти всякие порезы и так далее. Да? Все в одной цветовой гамме, все здорово, все красиво, все супер. В микроволновке в этой посуде мы разогреваем, ничего не бывает. Единственное, вот эта надпись Faberlic Home, наверное, после второго мытья уже сразу ее не было. Ну и не надо, она не нужна. Одна такая тарелочка, видите, здесь рифление внутри. А у кругленькой оно снаружи, а внутри его нет. Вот так. А внутри она гладенькая, уже немножко по-другому тарелка сделана, и тоже надпись у нее смылась. Но тем не менее, мне нравится. В прошлый раз у меня пришла вот такая тарелка поцарапанная. А здесь нет, все нормально. Все отлично. Последнее, но не самое интересное, что у меня есть в заказе, это массажер. Его не было в начале, я его взяла потом. Мы с дочерью очень любим перед сном массажироваться и любим всякие вот такие вот штуки, приблуды. Роликовый массажер для тела. Размер все вам показываю, сделано в Китае. Тра-та-та-та-та-та-та. Улучшает циркуляцию крови, снимает усталость, оказывает антицеллюлитный эффект. Как им делать массаж, я думаю, все прекрасно понимают. Сейчас мы с вами откроем, то есть как угодно, в принципе. Так, бумажки у нас никакой нет внутри, никакой инструкции бумажки нет внутри. Но есть в каталоге, очень хорошо написано, как можно его применять. Да, это линейка Faberlic Sport. Смотрим. Шарики из твердого пластика, они тяжелые. Вот чувствую именно, что... А, ну тут палка железная, девчонки, тут железная палка. Вот она. Они даже двигаются, может, ручки даже снимаются, слушайте. Нет, они не снимаются, но они двигаются. То есть тут есть между ними расстояние такие твердые. Прям твердый пластик. И мне кажется, он прям круто им будет массажироваться. Здесь у нас с вами Faberlic Sport. Вот это как, знаете, пена. В общем, антискользящие такие ручки, не силикон, а вот как это называется, девчонки, по-другому. Ну, в общем, вы поняли, у меня такой мягкий материал, пенолиуретан, хочется сказать. На этой ручке нет, логотипа никакого нет. Все, они вот так вот сделаны. Вот эти штучки, наверное, если снять, то можно разобрать его. Палка внутри металлическая, он такой достаточно тяжелый.
прям вот его в руках, он весомый, да, можно вот так друг другу по спинке катать, можно себе по ножкам, по ручкам, в общем, как душе угодно, вещь прикольная, будем массажироваться, мне понравилось, на самом деле понравилось, шарики, они такие у нас запаянные посередине, надеюсь, он будет служить долго, ничего с ним не случится. Обычно такие вещи Faberlic, они гораздо они гораздо лучше выполнены, да, чем подобный FixPrice, потому что аналогов вот таких вот спортивных товаров, товаров для дома в FixPrice много, но почему-то там то хуже пластик, то еще что-то в таком роде. Ну, на этом все, мои хорошие, вот такой заказ у меня был в этот раз. Успевайте зарегистрироваться, забрать свои 500 рублей, пока еще за регистрацию компания дарит денежку. Ссылка для регистрации всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, с вами свяжусь и буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.